Всем привет! Меня зовут Евгения Фомина, и я рада приветствовать вас. На днях нам в магазин поступили новые лакомства. Это баранья сушеная трахея. И я хочу вам немножко о ней рассказать. Баранья трахея – это дыхательная трубка. Чистый фреш без мясного и жирового отложения. Баранья трахея является ценным продуктом в рационе собаки с самого раннего возраста. Полезные хрящевые составляющие трахеи необходимы для укрепления хрящевых тканей суставов собаки, а также костных частей питомца. В процессе употребления трахеи отлично тренируются мышцы челюсти, а также очищаются зубы от налета и камня. Баранья трахея рекомендована для собак всех пород, начиная с трехмесячного возраста, что станет идеальным лакомством для любого нашего клиента. И напоминаю, что баранья трахея, как и любое лакомство, рекомендована в пропорции не более 10% от основного рациона вашего питомца. И питательная ценность трахеи 220 килокалорий в 100 граммах. А о каком еще лакомстве вы хотели бы узнать, пишите в комментариях. И если вам понравился этот обзор, ставьте пальчики вверх. Всем пока!